Всем привет! Мы приехали в Алупку, переулок Калинина, 9. Хозяева Екатерина и Николай. Вот здесь ресепшн такой у них небольшой. Хочу вам показать, как у них в доме. Комната, которую мы сняли, 2600 стоит в сутки. Тут у них все на ресепшене, вот так вот. Давайте пройдем дальше. Алупка находится на возвышенности, гор на горе практически этот дом находится. Вот столики такие у комнат. Сейчас мы зайдем. Вот здесь, как заходим, кухня. Чайничек я поставила. Кофеек достала свой. Что здесь еще на кухне? Шкафы с посудой, микроволновка, раковина. С какой периодичностью здесь убираются, это я не знаю, мусор выносят. Потому что мы только сегодня заехали. Но все очень прилично, красиво. Так, давайте дальше. Вот здесь кушать можно. Такой уголок. Кондиционер. Вот пульт от него на подоконнике. Сам кондиционер. Но пока и без него не жарко. Дождик прошел, 27 градусов температура. Комфортная. Вот уже... Так, вот здесь вот ванная, тут душ, туалет, раковина, все как положено. Шкафик в уголке, что его можно не заметить, такой ненавязчивый, но симпатичный. И далее место для отдыха, то есть спальня. Тут двухспальная кровать, одна спальная. Тумбочка и розетки над каждой кроватью. Такие милые панно или картины, как это называется правильно. И не человек искусства. Но каждый поймет, что это такое. Смотрится красиво в дизайне. Отсюда, из дома, совсем рядом, идет лестница вниз в центр города и к морю. Но это мы снимем потом, сейчас пока комната. А вот еще розетки. Вот розеток, я не знаю, немерено. Так здорово это все. Wi-Fi есть бесплатный. Доехали мы сюда на такси, не на такси, а нас хозяин Николай довез за 2500. Недешево, но мы ехали... От ЖД вокзала Симферополь 2,5. О, нет, не 2,5, 2 часа ровно. 2 часа. Все, спасибо. До новых встреч. Пока.